Николай. Путинцев пропускает еще один боковой справа. Колено в корпус, и это похоже на нокаут. Нет, или ниже пояса был удар. Подождите. Все. Колено в корпус и до свидания. За моей спиной сейчас проходят бои настоящих профессионалов. Два атлета дерутся, но эти атлеты были когда-то детьми. И для детей сейчас есть отличная возможность выступать по ММА. Это Junior Fighting Championship. Вот эти вот ребята, которые у меня на футболочке. Junior Fighting Championship. Это турниры для юниоров до 18 лет. Поэтому, если вы юниор или родитель юниора, то обязательно переходите по ссылке в закрепленном комментарии. Смотрите, что там, и участвуйте. Это возможность ваших детей стать звездами мирового ММА. Справа от меня стоит боец команды Александр Невский, Александр Горбунов. Александр, привет, поздравляю тебя с победой. Буквально пару месяцев назад мы стояли с тобой тут рядом. Ты дебютировал в ММА, сейчас очередная победа досрочная. Какие эмоции, что думаешь? Думаю, да все, слава богу. Приятно здесь находиться, особенно с тобой. Так, второй раз встретились, поговорили. Какие эмоции? Вышел в клетку, сделал свою работу, забрал свое и все. Какая разница с первым твоим выходом? Сейчас, по сути, ты стал более опытный, ты уже почувствовал вкус победы тогда. Сейчас ты вышел, сделал, по-моему, все очень профессионально, еще и жестко пробил печень оппоненту. Да, готовились. Не готовились, конечно, колено именно в корпус, но как получилось, так получилось. Акцент был на ударную технику. Все-таки это шоу, показывать нужно яркие бои, и в основном я только работаю на ударную технику. А в принципе я базовый борец, греко-римская борьба. Да, я помню с первого интервью, и тогда ты еще рассказывал, что совмещаешь это с работой спецназовца, правильно? Так точно. Сейчас ты продолжаешь это делать? Продолжаю это делать, да, и пользуясь случаем, хочу сказать спасибо большое моему командиру Терентьеву Антону, начальнику Чижову Евгению Владимировичу и ребятам, которые мне за меня работают сейчас и помогали мне в подготовке. Почувствовав сейчас очередной раз вкус победы, по-любому получив гонорар больше, чем в первый раз, не было ли мысли, что пора оставлять работу и делать своей работой работу бойца ММА? Знаете, нет, я никогда, мне кажется, работа это нужно как выбирать как жену, по любви, не за зарплату, и я думаю, и так будем двигаться дальше. Теперь боец с рекордом 2-0, я думаю, особенно 2-0, которые заработаны в RCC Intra, это хороший актив для RCC Intra, может быть, тебе стоит уже сделать какой-то вызов, я думаю, по-любому ты посмотрел уже какие-то имена в своем весе, и по-любому уже какой-то интерес у тебя есть к соперничеству. Да все ребята достойные, я... С вами так нельзя, надо говорить какое-то имя. Как? Какое-то имя нужно. А, чтобы вызвать кого-то? Да. Я не могу кого-то вызывать, какого соперника дадут, я не против буду подраться. А так, все ребята хорошие. Еще один интересный вопрос. Сегодня это совместный турнир RCC и PFL. PFL это... Ты знаешь про PFL, да? Да. Да, PFL это возможность выиграть за один год $1 миллион. Тебя такая вообще перспектива радует. И хотелось бы поучаствовать. Тоже, может быть, будет следующий какой-то тоже отборочный турнир. Хотелось бы тебе туда попасть. Да, мы смотрели. То, что маленько поздно подали заявку. Но как бы тренер говорил, надо подать заявку на PFL. Ну, соперника ждали уже намного раньше, чем мы предполагали. Но я бы не против был подраться, да. Там опытные, хорошие бойцы, которые мне нравятся. И я не против разделить с ним октагон. И напоследок расскажи, когда планируешь вернуться. Я так понимаю, что никакого урона вообще-то не получил? Нет, урона никакого не получил. Ну, надеемся, ближайшее будущее, месяца два, может, три. Что ж, друзья, это был Александр Горбунов, подписанный у него в Инстаграме. По сути, перспективный молодой боец, рекорд 2-0, все это на RCC Intra. Подписан в Инстаграм Вестника ММА, мы не спрашиваем про план на бой. Поздравляю. Спасибо большое. За моей спиной сейчас идут бои. А что нужно бойцам? Качественная и крутая экипировка. Как вы видите, я в октагоне. И именно там можно купить эту экипировку. Причем по промокоду Вестник ММА вы получите хорошую скидку. Это гарантия качества, бесплатная доставка по России. И прям очень много всего крутого. Переходите в Октагон Шоп. Это то, что вам нужно, если вы, конечно, хотите заниматься ММА. Инстаграм Вестника ММА – это самая крутая страница, на которую обязан подписаться любой болельщик ММА во всем мире. Горячие инсайды, уникальные новости, розыгрыши призов, прямые трансляции со звездами ММА и ответы на все ваши вопросы. Еще не подписаны? Тогда бегом исправляться!